Добрый вечер, ребят. Благодарю тренера за возможность с вами встретиться, пообщаться, провести тренировку. Что я вам скажу на будущее и на настоящее? Что чем вы внимательнее относитесь к себе и к своим товарищам, тем эффективнее будет у вас тренировочный процесс. Мы продолжаем учиться уважать своего соперника, и тем самым, уважая своего соперника, мы помогаем себе достичь лучших результатов. Вот когда вы боретесь в партере, вы стараетесь как бы имитировать свои навыки, оттачивать свои навыки в атаке. То есть вы минуту нападаете, минуту защищаетесь, да, и минута борьба, когда вы на равных. А старшие и сильнее, они должны другим помогать. Иначе тренировочный процесс будет и для вас неэффективен. Если вы взяли пояс соперника, то априори уже борьба будет плотной. И вероятность того, что либо вы, либо он упадет, высокая. Надеюсь, вам будет интересно. За одну тренировку, конечно, много всего не покажешь, обо всем не поговоришь. Но я думаю, что будет друг другу полезным. Я предлагаю сейчас долго не разговаривать, да, обо всем, а начать разминаться. Закрестные боли. Внимательно смотрите, повторяйте. Высокое поднимание бедра. Право. Молодцы.
Наклончик вперед, назад. В атаке, то есть вы минуту нападаете, минуту защищаетесь, да, и минута борьба, когда вы на равных. Thank you.
У вас вот есть в группе человек, который громче всех дышит. Вы знаете, как его зовут? Коля. Как? Коля. Коля? Да, вроде Коля. Вот, Коля, теперь обратите внимание, он уже так не дышит. Почему? Потому что начался тренировочный процесс. И что я вам скажу на, ну, на будущее и на настоящее? Что чем вы внимательнее относитесь к себе и к своим товарищам, тем эффективнее будет у вас тренировочный процесс. Если кто-то из вас будет хулиганить, балагурить и, в общем-то, не ставить себе задачи хорошо тренироваться, тем хуже результаты будут у вас. Поэтому для того, чтобы вы понимали, что каждый друг от друга зависит, давайте с вами поделаем такие упражнения, которые на тактильном уровне позволяют вам друг друга понять лучше. Вот мы сейчас с Николаем, да? Света, с Николаем поделаем такое упражнение, чтобы мы друг друга стали лучше чувствовать. Вот мы стоим рядом друг с другом, вот линия, да? И наша задача обоим выиграть. То есть задача тренировки и любого действия — это обоим выиграть. В тренировочном процессе, если вы друг другу помогаете, вы оба выигрываете. Поэтому давайте такое упражнение — ладошки. Наша задача — друг от друга напереться и оттолкнуть. И остаться. Теперь сделать шаг назад. Да. Это хорошее очень упражнение, чтобы друг друга понимать чувствовать. Хорошо? Вот. Вот. Зачем шаги не нужны? Лишние надо. Давай вперед. Если не надо проигрывать, надо всем выиграть. Вот. Наша задача — обоим выиграть. И друг друга чувствовать. Так, молодцы. Видите? Аж не удерживаем тотально. Еще. Хорошо, еще. Чуть-чуть больше давай. Чуть-чуть выйди, иди сюда, чтобы там. Учиться уважать своего соперника, и тем самым, уважая своего соперника, мы помогаем себе достичь лучших результатов. Каким образом? Следующее упражнение. Значит, мы берем друг друга сзади за спину. Садимся. Садимся, ноги вытягиваем. Ноги вытягиваем. Наша задача — встать обоим. И давайте... Мы, если встанет один, то наша пара не встанет. Нам нужно встать обоим. Вот давай попробуем, Николай, встать. Каким образом? Давай. Давай. Как? Ну где? Вот, смотрите, значит, задача какая? Доверять своему товарищу. Доверять — это открыть спину. Вот я опираюсь на спину Николая, а он на мою. И мы встаем. Вот, еще раз. Ноги вытянули. Вот. Опираемся друг на друга. Опираемся. И встали. Все, пробуем. Больше из-за того, что старше, либо больше.
и не помогаешь другим. А старшие и сильнее, они должны другим помогать. Иначе тренировочный процесс будет и для вас неэффективен. Потому что если ты окажешься в группе, где ты самый маленький, а это будет, возможно, скоро, да, то тебе помогать не будут. И ты будешь неэффективен. Да. Значит, ребят, теперь давайте вернемся к борьбе. И начнем с того, что любая борьба, она начинается с того, в каком вы состоянии. В каком вы состоянии. Да, какой у вас настрой, в первую очередь. Вот вы для чего выходите на схватку? Мы? С каким умом настроением? Каким? Ну, да, с каким умом настроением ты выходишь на схватку? Как зовут? Саша. С каким умом настроением? Хорошим. То есть задача, можете не обниматься? Пожалуйста. Не, уже движение нужно. Значит, с хорошим умонастроением, с уважением к сопернику. Да, ваша задача, помимо того, чтобы тренироваться, не навредить своему товарищу. Начать нужно именно с внутреннего ощущения уважения к тем людям, рядом с которыми вы оказались. Следующее, вы должны быть в хорошем физическом состоянии. Какие 5 физических характеристик вы знаете? По очереди. Выносливость. А? Громче. Да. Скорость. Мясо. Масса. Нет, это не физическая характеристика. Подожди. Выносливость, скорость. Секундочку. Вот так, пока тройка, да? Двойка. Ум и ловкость. Нет, это не физически. Вот выносливость, быстрота, ловкость, это координация. Так, ловкость, хорошо. Это же быстрота. Сила. Координация, нет. Сила. А ловкость? Ловкость я назвал. И гибкость. Вот вы должны в борьбе, в чем уникальность борьбы? В том, что развивается и должны развиваться все эти 5 физических характеристик. Поэтому мы должны и гибкость развивать, и силу. Без одной из этих характеристик борец уже вряд ли выиграет. Да, если он будет очень сильный, но медленно, сами понимаете, как будет ему тяжело бороться. Итак, то есть дистанция вами должна удерживаться такая, которая позволяет в нужный момент, согласно правилу, есть такое правило, время, место, обстоятельства. Да. То есть если время не настало сближаться, то вы и не сближаетесь. Когда вы почувствуете все, что вы готовы, вы заряжены, тогда дистанция сокращается. Если вы не готовы, он так вот быстро попёрнул, приветствую, он пошел на вас, да, то вы как бы до момента, пока вы как бы не собрались морально, вы дистанцию держите. Если есть большая дистанция, то не будет никакой опасности. Поэтому первое в поединке – это дистанция. Пока немножко теоретически, но вы должны как бы запомнить. Дальше захват. Есть разные виды захватов. Есть захваты, которые позволяют бороться в неплотной борьбе. Да? Есть захваты, которые уже определяют, что вы в плотной борьбе будете бороться. Если вы взяли пояс соперника, то априори уже борьба будет плотной. И вероятность того, что либо вы, либо он упадет, высокая. Если вы не уверены, поэтому самый элементарный захват, начальный захват, это захват рукава. То есть это тот захват, который вы можете взять и продолжить дальше схватку. Или, если необходимо, вы его же отпустите и разорвете дистанцию. Поэтому вот я показываю на всех наших уроках, семинарах, такой захват, который берется с помощью второй руки в направлении, ну, противоположный его руке, и вот этот захват позволяет выключить его руку.
и позволяет со стороны выключенной руки, соответственно, всегда, в общем-то, иметь безопасное пространство. Если вы открываете. Я первый номер, ты второй. Вот, вот, отсюда. Вот, вот. А то есть я попробую, давай. То есть я вот взял вот на секундочку, оп, включился. Вот, сюда, и уходит. Чуть-чуть акцентируй. Вот, молодец. Так, давайте вы. Хорошо, теперь ты. И первый номер. Да-да-да. Хорошо, видишь? Поворачивай, смотри. Вот, смотри, ты вот стоишь, а ты включись. И вот, смотри, ты зарядил, а не хватает силы. Ничего страшного. Нельзя. Ну, давай, бери. Вот, я вот, вот как ты сейчас, вот так, да? А ты вот заряжал. То есть инерция, это очень важно. Вот так. Как зовут? Эмиль. Просто будешь чемпионом, нет? Нет. Без захвата, если ты не будешь держать захват, чемпионом сложно стать, тогда ты не сможешь бросить. Значит, вот взял ваш соперник захват, хорошо взял, контролирует руку. Как мне нужно сорвать? Можно кувырок сделать. Секундочку. Кувырок ты будешь делать на разминке. Вот, вставил рычаг. Да, и вставил. Вставил рычаг, да? То есть, вот пока мне сил хватает. Смотрите, инерция. Вот инерция. Значит, смотрите, устал. Я же могу успеть. А не успеешь. То есть тебе нужно перенести все свое тело, а мне нужно просто вместе с этим закручивающим движением махнуть рукой. У нас это очень приветствуется. То есть смена уровня атаки сверху и на нижней — это самое милое дело, чтобы не тратить энергию. Вот поэтому бери захват. Вот мы в стойке, да? И здесь вот мне долго стоять не нужно. Что я предлагаю, какой прием изучить? Два приема в одну и ту же сторону. Значит, я определяю в своих движениях 45 градусов по отношению к той ноге, которую я буду атаковать. И так как я контролирую здесь захват, да, то я же его и буду распускать. Вот я первый взял. И так взял, что я его контролирую. Что значит контроль? Когда захочу, тогда отпущу. Вот я взял и здесь определил, зарядил себя под 45 градусов. И эту руку отпускаю и беру вот эту ногу его и бегу по направлению той линии, которая между моей одной рукой и второй. Отойди. Вот сюда. Знаешь, когда я боролся мозгом, завтра спортсмены России выступать на соревнованиях по дзюдо международных не будут, вы же знаете. Поэтому я могу предположить, что завтра эти приемы разрешат. Так же, как в моей молодости я боролся на соревнованиях по дзюдо невысокого уровня, там, областных соревнованиях. Мы это мило прекрасно делаем. Так вот, захват. Второй захват. И из положения лицом к лицу и на одном уровне атаки. Бери второй. Я снижаю уровень атаки, заряжаю свои ноги под 45 градусов. Вот этим движением. Как вы 30 метров в школе бегаете, да? То есть 30 метров в школе бегают не с низкого старта, а вот с такого старта. Вот. Значит, мы заряжаем из верхней стойки заряжаем себя, и по направлению вот между нашими руками, вот в эту плоскость соперника вот таким движением ножницами его укладываем на...